too many games. Now all our chips are lost. Luck was not enough. I opened my eyes. We'll be right back.
We could be holding up our light. We could be fighting for what's right. Or we could be falling to pieces. Under the bridge of fire burns. Somewhere the pages start to turn. And somebody whispers, I need this. Yeah.
Ну, кстати, по поводу этих ребят, которые ходят по тегам футбольного клуба, я даже видел, что в группе они когда-то пытались искать себе официального комментатора, который бы освещал их матчи, даже готовы были устроить его официально. Но с условием, что он проживает на территории Белоруссии. Было довольно забавно. Правда, уже много времени с того момента прошло. Не знаю, как у них там судьба сложилась и как они содействуют. Действительно ли полностью вот поддержка исходит от футбольного клуба? И это их такой дочерний проект. Ну и понятное дело, что играют там только люди одной территориальной принадлежности. Я за футболом не слежу, я не в курсе событий, которые происходят в футбольном мире. Я не знаю вообще, какова участь этой команды в иерархии футбольной. Но думаю, что есть болельщики и фанаты, которые могут найтись. Которые могут быть рады этому. Через сколько начнется игра, к сожалению, я вам не могу дать точного ответа, потому что только что Империя закончила свою серию в рамках другого турнира. Да, Империя победила на команду No Bounty Hunter до этого со счетом 2-1. Буквально 5-10 минут назад игра закончилась, поэтому, наверное, командам пауза была нужна. Как минимум Империи. Войдите в их положение. Давайте немного подождем, посмотрим, к чему это все приведет. Думаю, ждать долго не придется. Я думаю, что в интересах самих организаторов начать игру как можно скорее, по той причине, что им еще сегодня одну серию проводить, и это все может затянуться на очень долго, до позднего часа. А вот команды слева вверху на экране есть, там можно узнать по поводу состава и турнира, и призовых. Чтобы я не отвечал на одно и то же по несколько раз. Это было бы удобно. К сожалению, я не знаю, какие у Динамо ранги игроков. Полагаю, что тоже все более-менее в топе ладдера. Топ 100, топ 200. Вот я думаю, а когда же начнется игра? Сижу, прокликиваю, ничего пока нету. Скажите честно, что приносит вам какое-то вот удовольствие? Я имею в виду, когда с вами человек лично общается посредством камеры, да, то есть его лицо непосредственно перед вами, и это вам как-то позволяет лучше выйти в диалог и понять, с кем вы имеете дело. Или вам достаточно просто закадрового голоса, который вот находится где-то вдали и с вами ведет диалог? Просто я уже много раз объяснял, что я не фанат на самом деле находиться перед камерой и... Не знаю. То есть, когда я с вами общаюсь, я словно выхожу из зоны комфорта. Ну вот, если речь вести о камере. Бывает, конечно, настроение хорошее, можно использовать это. Но не когда я занимаюсь комментированием. Честно говоря. Хотя я разделяю некоторые моменты, вот как на саммите обычно происходит. Там есть группа людей, которые просто друг с другом весело проводят время, и поэтому с удобством освещают игры. Может быть, мне в этом направлении стоит поработать и попытаться перебороть эту ситуацию. Что за девушка на фото? Самая обыкновенная девушка. Одна из многих, которые есть на свете. Лучше без камер нет. Но время самой игры я все равно использовать ее не буду. Может быть, я урод. Ну, согласен. Все может быть личное восприятие. Пошептать микрофон. Нет, для этого на самом деле нужно другой режим выбирать на микрофоне, чтобы была польза. Когда улавливается звук слева, справа, сверху, снизу, со всех параллелей. Да, легче быть как-то без камеры более свободным в плане движения, жестикуляции. Стример, ты меня помнишь? Нет, не помню. Никогда тебя не видел здесь прежде, ты новенький. Давайте посмотрим, нет ли игры по-прежнему. Есть игра, поэтому я свою физиономию убираю. И перехожу к процессу загрузки. А, ну здесь долго ждать не пришлось. Итак, дорогие друзья, добрый день еще разочек.
Брестоманс, so bad, SHT, не вижу полностью никнейма, Ластхира, Фишман, Нефрит. Вот такие вот товарищи играют за команду Брестоманс. И они играют против команды Empire, Мипошка, Саяв, Наив, Седой и Чапи. Очередной состав, который тестится сегодня, вот Седой принимает участие в этом движе, до этого был Мисс Мун в оффлейне, будет играть именно Седой. Круто отыграл на Миране в третьей карте, только что в параллельной серии, которую Империя доиграла. Мне понравилось, хотя я не то чтобы всецело был увлечен этой игрой. Так или иначе, краешком глаза следил, чтобы быть в курсе, когда удастся посмотреть следующую. Некрофос, Вир в банах от Брестоманс, там же Dark Yule и Vengeful Spirit за Империей. Последние также два бана. Чапи активно любит отыгрывать на Вивере. Пожалуй, в этом связана причина. Баном также бан Энчи и последний бан от Мипошки. Получается, что с олдового состава Империи, даже если не брать в расчет Чапи, который в один момент все-таки в ростере отсутствовал, остается только Мипошка, как эдакий ветеран, который в коллективе провел, наверное, больше всех времени. Хотя не из суммарного количества игроков, которые под этим ростером ходили, я имею в виду из тех, вот, которых вы могли знать ранее. Остальные никнеймы более-менее не успели обрести еще популярность огромную. Хотел ли я с кем-нибудь кастить? Да нет, мне больше по душе в одиночку. То все эти игроки сверху. Да, люди, которых прежде многие не видели. Вега проиграла со счетом 2-0 Альянс. И на этом Вега на турнире закончила свое выступление. Больше играть не будет в ближайший, наверное, месяц. Мипошка нравится. Нет, ну это хорошо. Итак, Империя решила нас не томить и сразу дать понять, чем намерены играть и как вообще намерены выстраивать свою стратегию. VR плюс Draw Ranger, два первых пика, там же Виверна от Абристаманс. Последний Ксулбан в первой стадии — это Спектрат Империи. Довольно радикальное решение. Но я думаю, что я этот выбор буду уважать. Виверна. Частично решает проблемы многие. Понимаете, главное, чтобы не кто-то кому-то нравился, а то, чтобы сам игрок осознавал вот свою, точнее, потребность в себе для команды. Считает ли он, что оправдано, что его держат так долго? Вот, например, я судить не могу ни Мипошку, ни какого-либо любого другого игрока, неважно из какой команды, даже того же Дэнди. Опять же, то есть, ну нет такого права. Главное, чтобы сам игрок считал, что он все еще хорош, что он способный и что его наличие не мешает благу команды. Тем более, что меняется, допустим, 80% ростера, и один игрок вряд ли что-то бы мог изменить в кардинальном плане. Но все же, когда у вас есть капитан, это явный плюс. Может быть, Мипошка просто не хочет быть капитаном, ему достаточно того, что он исполняет на саппорт позиции, и в этом есть весь его вклад. Я просто часто иногда читаю на той же продоте топика различных команд, и кто-то мне позвонил в дверь, я не буду на это реагировать все равно. Так вот, к чему я все это вел? А хотя секунду, сейчас вернусь. Разговор был довольно короткий. Хорошо. Я пропустил пикакса и наблюдаю вторую стадию банов, в которой оказывается Oracle. Буду иметь в виду. Нет, ну возможно, столь ранней стадии появления Акса смутит команду. Да не знаю, кто приходил, если честно.
Я просто сказал, что кто вы такие, я вас не звал. Попрошу вас покинуть эту территорию, это частная собственность. На этом наш диалог подошел к концу. Полагаю, это был какой-то лоллер, он хотел узнать, каково это быть дотером, в чем преимущество играть в доту. Но у меня не было времени, чтобы помочь ему. Так что я свое внимание решил направить именно на эту серию. Миранна после Оракла, там же оказывается Лансер от Империи и последний, соответственно, бан за Мипошкой. Вы верите в Бога? Не, с такими вопросами, честно говоря, я очень давно никого не видел и не слышал. Нет, я в квартире живу. Про частную собственность я сказал образно. Честно говоря, я не понимаю, как некоторые люди попадают в дом, на котором стоит, ну, кодовый замок. Мог спасти. Не было времени. Как-нибудь в другой раз. Долгие раздумья. Кстати, мне понравился пик Тимбера также от Наива. Герой себя зарекомендовал с наилучшей стороны. Да и также герой не самый популярный ныне, к которому все-таки прибегли Empire. Хорошо это, когда не зацикливается команда на паре персонажей, вокруг которых и строит свой драфт. Попадает в бан Бруда. То есть, ну, очевидно, раз у противника есть Акс, мы Бруду брать не станем. А вот если сам оппонент решит взять Бруду, что делать тогда? Стоит об этом подумать, и Империя, естественно, позаботилась о том, чтобы Бруду из плагеров убрать. Появляется Undying. Можно также предположить, что это будет единственный мили-герой в драфте Империи. Хотя, почему сразу так настойчиво? Не обязательно, чтобы все герои получали бонус ауры Draw Ranger. Но это было бы явным плюсом. Кто же от этого в здравом будет отказываться? Мипошка, Чайпи, откуда-то выкопаны Седой. Ну, действительно, одни и те же лица. Все меняется. Кого я больше хочу, дочку или сына? Я никого не хочу, ни дочку, ни сына. Я хочу хаски. Но это не рэпер. Это собака. Хотя, если собака будет читать рэп, тоже неплохо. Но хаски мне не по карману. Или есть еще вот такие песики с желтым окрасом. Не помню, как они конкретно, их порода называется. Ишибан или что-то такое. Да, по-моему. А, нет, Шибану. Точно. Честно говоря, Шибану даже как-то попривлекательней. Просто загулил даже слово. Это и сразу такие безумно кавайные фотографии с песиками. Но такой песик мне не по карману. Я думаю, что его содержание стоит, наверное, дороже, чем вся моя жизнь. Так что нахер детей. Нахер копов. Нахер лоллеров. Собачки и вот это кайф. У меня есть кот, но кот пидор. Сразу говорю. Будь у меня выбор снова взять кота или собаку, я бы, наверное, взял собаку. Даже учитывая, что мне пришлось бы выгуливать собаку и просыпаться ранним утром. Какую музыку я предпочитаю? Я меломан, я слушаю все, что угодно. Это может быть какое-то ужасное говнище в стиле русского рэпа. Также может быть что-нибудь совсем нетипичное. Типа классики или там Ланы Дель Рей, не знаю. От настроения зависит. Если у меня хорошее настроение, то я включаю какой-нибудь такой черный рэп, который качает, и кручу головой вместе в такт. Вот так вот. И вернемся, пожалуй, к игре SkyMag или Каан. В то время, как появляется Team Empire Pugna. Ну что ж, драфт у Империи на исполнение, полагаю. То есть, опять же, зажаты в рамки, я полагаю, что начало за ними быть должно, и они должны все делать грамотно, очень обдуманно, иначе их просто сгрызет волчара, их просто поймает и загрит на себя вот этот вот краснокожий мужчина с бородой и усами, хотя усов у него, наверное, нету. И причем, посмотрите, как все просто. Акс Агр, Мистик Флэйр, и со Скаймагом эти два товарища могут тиражировать, ходить карту. Лину последним баном также убирают Эмпайр.
Ответный и последний бан от Брестоманс. Что банить будут они? Хотел верить то, что Пугна Андайнг... Нет, все-таки Пугна Вэр могут оказаться в сложной линии. Андайнг может помогать дровке или что-то в этом духе. Главное, чтобы Наиву достался не Пугна. Что-нибудь более смертоносное, более такое вот позитивное. Шторм Спирит или Ликан, но Шторм Спирит, я думаю, будет не слишком дружить с Сайленсером. Отношения у них будут явно такие обостренные. Но при всем этом Escape — это важная штука. То есть плевать на Ликана, плевать на других героев. Да и впрочем, если у Шторма все неплохо сложится, он может сам потом с легкостью расправляться со Скаймагом. Как видим, Брестоманс Шторма убирают. То есть, несмотря на наличие Скаймага, Акса, они говорят: нет, мы не хотим допускать, наверное, того, чтобы Наив брал одного из своих успешнейших героев. Вот такой вот момент. А у меня кит, а не кот. Ну ладно. Но все равно он плохой. Шиба Ину. Ну, да. В гугле просто это слово было вместе написано. Или, например, такие вот вариации. Ну, в общем, это я имел в виду. Не понимаю людей, которые держат животных в квартирах. Но я согласен, что это издевательство. Альянс выиграли 2-0, обыграв Вего. Не трогать воллеров. Ну ладно, не буду. Не, на самом деле, как бы, ребят, войдите в мое положение. У меня тоже есть знакомые воллеры, и я сочувствую. Сочувствую их отцам и матерям. Так что у меня отношение к ним самое, что ни на есть, доброжелательное. Темпор Ассасин. Хорошо. Данный вариант все же был выбран Империей. На фоне с тем, что был забанен Шторм. И ластпиком взяли Эмбер Спирита, дабы с рефракшеном не было проблем, и Эмбер Спирит постарается хорошо отыграть против ТА. Хорошее ли это решение? Посмотрим. Может быть, кстати, попробовать Ликана отправить на центр, стоять против ТА. Ну, вот это как бы, да, глупо звучит, потому что у Эмбера все должно быть под контролем, но все равно ТА там со своими блейдами прашивает крипов, прашивает Эмбера, спускает его до ХП, и все равно ему где-то вот не слишком-то комфортно, уютно находиться на линии противостояния против этого героя. А, на себя многого брать не буду, я, конечно же, отдам командам возможность расставить свои линии, грамотно распорядить своими ресурсами. Но вот мысли такие все же я вынужден высказывать. Может быть, кто-то этого ожидает, и какие-то опасения, фразы все даже дадут им какие-то ключевые рычаги давления. Кем пушить будут? Ну, я слышал, Ликан вроде справляется с этой задачей более-менее сносно. Аликан, возможный доминатор, некрономиконы, хауль. Главное драку выиграть, перебить героев или оставить противника в меньшинстве. Ну а после, я думаю, со строениями возможность будет разобраться. Главный, пожалуй, интерес в том, что этих самых Брестоманс, ну вот, не видел никто какое-то время, чем они там занимались. Возможно, в подвале тренировались усердно, очень под какими-то запрещенными препаратами, сейчас будут рвать и метать все на своем пути, сносить. А может быть и нет, а может быть Империя в свободном абсолютно таком вот стиле, я не знаю. Сама одержит победу с легкостью в этой карте, и на всех линиях у Империи все будет хорошо. Я бы в такое стечение обстоятельств не верил. Вот меня спрашивали по поводу рангов, и там были догадки в отношении того, что около 200. Давайте посмотрим сами. 102, 198, 48-й. И здесь два почему-то не хотят прогружаться, но я полагаю, что тоже где-то в районе примерно подобном. То есть будем сравнивать игроков на дистанции как очень похожих. Кикнули ли ФНа? Ну вот ФН больше не числится в ростере официально. Думаю, что он был выставлен на трансфер. Сейчас он гоняет папочки, я не знаю, что его ждет в дальнейшем. Может, в каком-то другом составе окажется и будет играть. Стоит этого ожидать. Не сомневайтесь, ФН найдет себе достойную, я думаю, команду или дом новый, где его примут с распростертыми объятиями. Я думаю, что ему многие только успеха и желают. Опять же, не будем вдаваться в подробности того, что делает отдельно взятый игрок в пабе. Главное то, как отыгрывают. И это главное, пожалуй, что должно волновать тех, кто играет. А точнее, тех, кто собирает составы, тех, кто заведует какими-то командами, и тех, кто хотят чего-то добиться.
Хотя были слухи о том, что у Фэна уже есть ростер, возможно, он не подходит под какой-либо там тег пока. Посмотрим в будущем сезоне, к чему это приведет. Может быть, сейчас команда играет какие-то кавехи. Даже из тех, о которых ничего не слышно. Ну, то есть команды, которых не видно было нигде. Тренируются, возможность получают. Должно же какое-то быть негласное вето, а не разглашение результатов друг друга и ростеров. Впрочем, тоже находятся, конечно, такие отдельно взятые элементы, которые раскрывают секреты, которые упоминают какие-то тайны, дают какие-то такие странные намеки о том, кто, где, с кем и как будет играть, и у кого там какие будут, возможно, в ростере игроки. Но это же тупая спекуляция, и все это используется для того, чтобы получить просмотры, похайпить, вот, не знаю, держать тему на плаву, к себе какое-то внимание привлечь. Если честно, хорошего здесь нет ничего. Вижу, кстати, что Акс и Каймак пошли на топ терроризировать Undying и Дроу, там смогут, наверное, отжать Баунти Руну с легкостью. Но при этом правой части карты две баунти достанутся именно игрокам Empire. Так что 2-2, без сюрпризов здесь обходится. Ну и Акс Каймак, такая классика, которая была подзабыта и снова, видимо, будет использоваться. Это хорошо, когда есть команды, которым просто плевать на так называемую мету. И что они могут играть героями, которыми им удобно играть. И это главное. Хотя логика все та же. Ликанцы во шейпшифтом с легкостью добирается до Дроу Рейнджера, который, наверное, саппортов грызть вполне успешно должен. И опять же, тот герой, который будет помогать в пуше. А опасений вот таких у меня никаких не вызывает эта ситуация. Главное, чтобы камера побольше показывала на различных линиях вот героев, потому что интересно, когда обстоит все и на других линиях. Батлхангеры, постоянно нюки от Скаймага, этим всем пытаться вот гонять Андаингу, у которого дикий есть, он, впрочем, не чувствует особой воли. Что касается Вижн, на центре есть у Бристаманс обсервер, на ботлине есть обсервер у Империи, на топе я пока не увидел ничего. Хотя, возможно, тут до этого стоял вард, и он был съеден. У меня такой почему-то вот в голове мысль такая возникла. Ну и что касается мида, минута лишь только прошла. Пока очень рано говорить о доминации со стороны одного из героев на линии. До этого еще нужно будет дожить. Хотя та вырывается уверенно вперед, и крипов динамит начинает. Должно получаться с легкостью. Даже несмотря на то, что рефракшн уже отсутствует, и тебе могут наносить тычки и урон, но у тебя по-прежнему есть бонусный урон, который можно прошивать крипов, добивать их через псиблейды. И вот, пожалуйста, Эмбер Спирит уже вынужден потратить фласку, и та его просто не подпускает крипам. У нее уже третий, в то время как Эмбер будет отставать. И это все будет, наверное, в таких же темпах продолжаться. Единственное, что Эмбер Спирит хоть какую-то пользу может принести, Флейм Гвард и чейны под вышкой, шанс какой-то хоть немного подамажить, да? Заставить ее что-то свое потратить. То есть, мне кажется, такое противостояние, в котором огромное количество там тангусов и прочего, фласа каких-то не слишком сильно требуется, потому что ута полная идиллия на линии. Я поэтому и говорил, может быть, захотят линии изменить, но проблема в том, что на бот-линии два рейндж-героя, Аликану неудобно, Эмберу Спириту неудобно. То есть какой-то более позитивной стороны здесь не добиться. Попытка напасть на Чапи, очень много урона, Солрип имеется, а под вышку убегает, Чапи будет жить. Что касается моего мипошки, возможно, снова будет шанс дать дикей. Правда, только по одному Аксу Скаймак не подставился. И, в конце концов, никто никого убить не смог. Скаймак потратил всю ману. Со здоровьем тоже беда. Скорее всего, он линию покинет, пойдет домой и вернется обратно сюда на ТП. Так он, впрочем, поступает. Сможет, я думаю, Акс здесь отстоять один пока что. Вообще не представляю, как Акса сейчас можно убить. Пока Скаймага нету, нужно, чтобы у Undying, наверное, был уровень 3, чтобы была там баф, Ростарл где-то под вышкой, эту тамбу заюзать, Акса постараться вот таким образом уничтожить. Это очень непросто. А когда уже на линии Скаймаг будет, скорее всего, Акс с Скаймагом смогут с легкостью разбить тамбу. И этот акт агрессии перевернуть, наверное, в попытку напасть самим. Ну что ж, 18-8 против 13 крипов у Эмбер Спирита, и вот только что был сделан первый денай. Думаю, что я могу кликнуть на героев, видеть у Эмбера проблемы с маной и со здоровьем, и как бы сейчас он там не был убит, учитывая его критическое состояние, у ТА 4, фактически 5, есть уже Аквила, Манга, Фласка, Фейри Файр, в планах купить себе ПТ. И тут Наив даже не должен думать о какой-либо... Точнее, не то чтобы Наив не должен думать, он как раз думать должен, но думать должен о том, как ему дальше вот продолжать такие же темпы поддерживать. Это Эмбер Спириту скорее нужно думать, а что же делать дальше, как выбираться из этой ситуации? Ждать шестого, иметь достаточный хп-пул, чтобы использовать ремнант и флеймгвард чейны, чтобы попытаться, возможно, убить ТА. Будет ли это под силу Эмбер Спириту? Вот опять же, это очень сложно
Приходится гадать, но до этого еще не скоро дойдет. Пожалуй, плюс в том, что Ликан фармит. Все-таки 22 добитых крипа. Попытка, не знаю, Акса убить увенчается провалом. Скаймага тоже убить не смогут. Что у Мипошки за раскачка? Солрип Дикей я видел однозначно. У него пока только второй уровень, поэтому больше добавить нечего. Вот так просто. Чапи, Чапи, Чапи. Почему Рейнер? Хороший парень. Молодой, трудолюбивый. И вот он, First Blood на центре, делает его темпор ассасин. Получая шестой уровень, я не знаю, до этого была ли использована трэпа, или просто так совпало, что она поставлена была сейчас только. Наив делает ФБ 1-1 на центре. При этом Агр на топе и умирает Undying, минус Мипошка. То есть ответ себе не заставил долго ждать, но он на другой линии произошел, это совсем другие масштабы происходящего. Думаю, никто не удивился такому исходу. То есть ты аутфармишь Эмбер Спирита, у тебя уровень выше, у тебя, правда, ресурсов больше и шансов больше на то, чтобы с Эмбер Спиритом разобраться. Честно, я бы, наверное, все того же Арквардена, ну вот здесь, лучше бы увидел. У него всяко больше получается неприятностей доставлять. Да, в умелых руках. А Эмбер Спирит, думаю, Бристаманцы знали, на что шли. Что так все, наверное, и сложится. В этот раз умирает на топе Чапи. Фраг достается Аксу, как и в прошлый раз фраг на Андайнге. Мипошку убить не получится, скорее всего. Но вот эти настойчивые батлхангеры, причем раскачка Акса, третий батлхангер. Уровень урон чувствителен. Крип, кстати, стоял под ногами, поэтому удалось снять себе батлхангер. Возвращается обратно Чапи на линию. Могут ли Мипошка с Чапи что-нибудь придумать? Возвращаюсь к Андайнгу и смотрю, что у него нет тамбы, у него второй солрип. Ну и на топе Акса все же убить смогли. На этом все ли? Мипошка умрет, нет мана. Хватит ли сейчас, чтобы Мипошку добить? У него стики были, все было под контролем. Несмотря на сайлен, все равно можно будет дать дикей. И последний удар, фраг для Чапи. Два фрага суммарно делают Империен на топе. Давайте смотреть, что с нетворсами. 3200 монет, да. Эмбер Спирит стоит на 1000 плюс. На втором месте Пугна, с сложной линии это Седой. Дальше Ликан, который фармит на этой самой легкой линии, это, конечно же, Нефрит. Эмбера я уже упоминал, Чапи также 2000, жить можно. Можно с этим сосуществовать. Ну и хотелось бы ожидать от ВР также героя, который тоже будет обрастать слотами. То есть берет на себя все обязанности именно Undying по покупке всех необходимых ресурсов. Будь то сентрики, обсервер, там смоук и что угодно. Досты здесь, кажется, пока не нужны. По крайней мере, до появления глиммеров. Это очень-очень еще не скоро произойдет. Честно, хотелось бы вот лицезреть игру каток. Где ТА жесткий буст получает, получает очень быстро свой дезолятор, уже команда вместе может содействовать и, опять же, добиваться сноса вышек, при этом команда будет под силу разобраться с Рошаном, но когда все будет доходить до тимфайта, если все спустить на пассивную игру, о себе Ликан даст знать, о себе даст знать Акс, себе знать даст Виверна. И позже будет гораздо сложнее. Да, это запись. Это, конечно же, запись. Вот делать мне нечего. Фраг для Империи на топе. Был убит Акс, вижу, там был. 300 монет, 400 единиц опыта. На что рассчитывает верно? Сплинтер Бласт, может быть, крипов забрать, которые к вышке подойдут, сагрить их на себя и не дать тем самым вышку эту подамажить. Как у людей возникает вопрос, запись это или это лайв, вот серьезно. Наверное, если бы это была запись, то написано было бы где-то в шапке, что это запись. Что я бы не реагировал на такие вот странные вопросы. Если я людям отвечаю на вопросы, если я что-то зачитываю, то... Очень странно все равно такое видеть. Вижу смог, верно, и Скаймак. Расчет на что? На убийство на Ивали. И по шансам ли это? Сентрик имеется, поэтому мелт в случае чего не спасет. А раскачка в трое псибоиды, второй мелт и рефракшн четвертый. Есть, конечно же, трэпа, 10 уровень, талант на так спид. Не боюсь посмотреть на Эмбер Спирита, у него 7.
Ботл Аквила Ботинок. Хоста в ботле, что ему жизнь спасти может в случае необходимости. Поставлен был обсервер, заблочен был спаун. Видно прекрасно, как фармит сейчас ТА. Ну, наверное, сюда и Эмбер Спирит подтянуться должен. Слышу, прожимает хосту, мчится за ТА. Вот, не знаю. Возможность упущена, тем более, что Вард стоял здесь, кажется, у Империи. Видно было прекрасно, как минимум, Эмбер Спирита, возможно, и других героев. Догадаются ли сейчас Империя о том, что был поставлен обсервер и был заблочен спаун? Потому что его нужно, несомненно, разблочить и дать возможность дальше на его фармить. То есть у тебя под контролем вся линия, крипы, но лишние деньги не помешают, несомненно. Мипошку шанс есть убить. Батлхангер. Помогает Скаймаг дальше агр. Мистик Флэра, само собой, Скаймага пока нет, он 5 уровня. Мипошка на себя Солари. Помогает, правда, верно. Под себя Дикей, Кулинглэйт и фраг для Акса. Настойчивое, оно того стоило, фраг был получен. При всем этом 9 минута, даже 10, да? 2000 золота ведут Empire. По опыту около 3. Также здесь шанс есть убить Эмбер Спирита, которого убить действительно удается. Несмотря на наличие кентавра с доминатора Ликана, это не позволило помешать ТА разобраться с Эмбером. Пока Эмбера судьба не завидна. Две смерти. Как скоро он в этой игре вообще сможет ассоциироваться с полноценным героем, который вообще может как-то быть полезен своему коллективу? С трудом такие вещи в голову приходят. Друг. Друг на Старладере, кстати, работает. Я не друг. Но попытка разоблачения неплохая. Рейзбенд, стики, ПТ, 8 уровень у Чапи, также рейндропы есть у Пугна, 9. Аквила, ПТ, ну, талисман, дискорд собирает при этом Пугна, седой. У ТА 12, Митрил Хаммер, первый появляется, Блайдстоун есть, и меньше 50 монет. Остается до дизолятора, 11 минута, отличнейший результат. Вэр, саппорт, фейсбук, Блайдстоун, стики, тамба остается, попытка поймать верну. Правда, кажется, сделать этого не удастся, но можно будет добить вышку гарантированно, зная, что здесь никто не окажется. Правда, наседает Бристоман с потопа, они уже успели вышку снести. Кто ее добил? Ликан денег заработал. И дальше топает так, с ним пачка крипов, есть катапульта, правда, Скаймага, Ликан отсюда убежали. Мчались куда-то в район центра, может быть, там попытка будет подтолкнуть линию, снести на центре вышку. Это, несомненно, тоже важный элемент игры. Территориальный контроль, где ты лишаешь героя вышек и тем самым усложняешь его передвижение по карте, делаешь это более таким опасным занятием. Так, взорван была трэпа, здесь три игрока, команда Empire, Focus Fire, Акс тратит агр, деваться ему некуда. Скорее всего, шеклшот бы сбил ему ТП при попытке сделать это самое ТП. Действительно, второго уровня шеклшот имеется, но это был фраг на Аксе. Следовало Бристоманса ждать того, что Империя ответит однажды. Вышка добита будет или нет, или все же динай произойдет. На вышку все забили, в итоге сейчас добьет кентавр. Тем временем, правда, был убить сам Ликан, но вышку Ликан при этом заластхитил. Не знаю, парни из Империи как-то невнимательно играют. Ну, серьезно. Да, я понимаю, что есть шанс убить Ликана, и шанс убить Ликана и знать свою вышку, тем самым не дать лишнее золото заработать Бристоманс. 4000 золота за Империи ведут и поддерживают такие же темпы. Правда, я не лял самой команде сил света и, точнее, их артефактам, уровнем внимания. Скаймага Брейсер будет собирать Атос, при этом ботинок купил, но у талисман есть в кармане, 5 уровень. Эмбер Спирит ПТ приобрел, Аквила ботал там дабл дэмэдж, и собирать будет Блейд Мейл. У Акса Вангвард и 800 монет. Ну, какого-то прям чуда невероятного не произошло с супербыстрым даггером ВГ. Что же дальше? Виверна 6-го, Транквилла есть. Или Кан с доминатором собирает некрономиконы. Ну так, как могли догадаться, уже есть дизолятор. 2000 сверху сейчас появится даггер. Ну какие-то безумные просто цифры. Это при том, что у Пугны 6000 творса, что меня тоже, честно говоря, впечатляет. 8000 плюс у ТА. Сами же Empire снесли только одну вышку на бот-линии, тут Т1. Но меня это устрашает. Просто с каждой минутой творс растет и побаиваюсь я за героев, которые играют против Империи. А где Вильхер? Команда меняет игроков и тестит состав. Она еще не пришла к единому выводу. Как делать и вот, точнее, как играть и с кем играть.
Эти турниры используются Империей для того, чтобы обкатывать новых игроков. И они пытаются прийти к выводу о том, кого же оставить. Хотя до этого, если честно, невзирая на фраг, который делает Templar Assassin, кажется, менеджер Империи говорил о том, что они определились со всеми позициями, кроме оффлейна. И здесь я бы понял, если бы были все саппорты прежние на местах, и оказался бы на месте, допустим, того же Мисс Муна на тесте седой. А тут еще и саппорт один из поменялся. Ну что ж. Империи, вини. Гаст. Попытка забрать Эмбер Спирита. Сделать этого так просто не получится. Флейм Гвард. Дальше чейны. При этом все, Эмбер Спирит был убит. Фраг достался Сидому. Дальше шанс есть добить Скаймага. Этот фраг забирает Чави. 3-10 счет. И даже 11-й фраг удается совершить наиву, при этом убив Ликана на центре. Ну вот, честно говоря, складывается ощущение, что это вовсе не команда одного уровня. Чем занимались ребята из Бристоманс, теряют также Виверну на бот-лине, которая потратила Винтерс Кёрс. Ну вот честно, я в смятении. Причем Акса тоже шанс есть убить трэпа. Поставлена была под ноги, поставлена была также там баг. Сагр потратил, Солри получил после. Крайне сильное замедление. Псиблейдов не хватит, чтобы здесь, наверное, добраться до героя. Дальше съедается Фейри Фарь, закачивает здесь рефраш на точку с Мелдарием. Оставляет за собой, улетает на ноуграунд Эмбер Спирит. И оставляет в покое сейчас наива. Я бы на месте наива, понятное дело, не хотел умирать. Ликан на хвосте, но дагер есть, уходит на ноуграунд, да. Кажется, шанс сделать фраг здесь отсутствует. То есть у тебя 6 фрагов, у тебя топ нетворс, у тебя 2000 сверху. После покупки даггера умирать крайне не рекомендуется. Мипошку, правда, Ликан сейчас убить сможет. И действительно, фраг достается нефриту. 11 тысяч золота на 15-й минуте. Цифра безумно высокая. Форстаф, Аквила, ПТ в рейсбенд. Будет пика. Упугный, доминатор, Аквила и ПТ. Что касается Седова, Декрипифай успевает дать. После, правда, Мистик Флэр ловит. Бласт под себя, лайфдрейн. Акс, кажется, потратил Кулингблейд впустую. Неужели это станет его собственной смертью? Да. Седой здесь разрулил все. Чапи, к сожалению, нет возможности добить еще и Скаймага. Думаю, плохой знак, когда саппорт убивает кор-героя врага. Пусть и при отсутствующем шейпшифте. В это время был убит Рошан. Наив забирает себе Аегис. Чапи, напомню, над пикой работает. Дискорд закончил седой на пугне. Причем поймана была в Р3. Емда в ответ шейклшот. Неужели удастся убежать в Р? Действительно, может, конечно, фисты чейны дадут пользу. Но нет, покупает в Р-даггер. Боже, как же обидно, наверное, сейчас было Эмбер Спириту. То есть он выписывает 3 ремта и гарантированно делает этот фраг, но ловит шейклшот и просто не может вовремя воспользоваться своими способностями. Катастрофа полнейшая и вот моральное неудовлетворение. То есть я бы сейчас был очень зол и бил кулаком об стол. И говорил, что за... Пип. Это цензура. Даггер. Шанс убить Эмбера. Да плевать на Блейдмейл, пока есть заряды рефракшн. Тратится Винтерс Кёрс, подъезжает Мипошка, ставит тамбу. Должны забирать однозначно Эмбера. Хотя фистычный ремнант выкидывает, улетает. Все же отсюда живет пока что. Есть ли шанс все же с даггера преследовать Эмбера? Да, Найв добивает Эмбер Спирита. Возможно, будет также убита Виверна. Есть тут трэпа в кустах. Попытка сделать ТП, успеет ли? Успевает саппорт Бристоманс оказаться на фонтане. По своему собственному, причем желанию. Это не отменяет фактор разгрома пока в этой игре, потому что для подобных временных рамок Империя обзавелась неплохим таким преимуществом. По-прежнему имеется Аегис на ТА, вижу, что даже Дагон был куплен пугной. ВР саппорт с даггером, при этом есть Джавелин сверху. Безумие. Надо было вернуть вот это вот сообщение. Я просто, когда сам играю, я убираю вот эти вот приколы. Там есть ссылки на все, что надо. Агракса неудачен. Сплинтербласт тоже потрачен. Дальше Декрипифай Бласт, Лайфдрейн. Фраг для Седова. Фисты чины по двум героям Мистик Фэр также делят два героя. Солрипа помогает Мипошка. Никто не был убит, а вот так, к сожалению, отправился в терну. Нету байбека. Поставлен был пугный вард на ХГ, при этом его пока не позволили снести. Опять же, сплинтербласт, оборона, ТА продолжает под рефракшном бить вышку. Минимум Т3 на бот-линии сейчас пала. Все еще стоит тамба, сюда никто не хочет приближаться. Работа по миле по рейндж-бараку. Трэпа взорвана была, чтобы никто даже не смелил сюда подойти. Виверна, возможно, сейчас попробует дать свой ульт, и что это даст, не ясно. Даггер аут от наива, подтягивается уже Чапи.
Пытается бить барак, при этом Винтер Скёрс, но Пугна бьет дровку, а не наоборот, что несомненно плохо. Есть шанс выбить Эгиса с Темплар Ассасин, Сайленс после. До сих пор живет Нейв, помогает побить немножечко Акса. Дальше Колд Брейд, пассив верный, но догоном добивает седой Акса. Опять Таверна, опять без бейбека, дальше тычка с Мелда после Даггера и, конечно же, фраг для Наива. 4.18, 20 тысяч золота идет Империя, сносит на бот-линии сторону и перетягивается на центр бить Т2 и, возможно, даже Т3 плюс бараки. Честно говоря, на месте Бристоманс я бы уже в таком разбитом состоянии согласился с поражением и просто не тратил свои нервы, не портил настроение. ГГВП прописывает Нефрит, соглашается команда Бристоманс с поражением, и на этом их приключение в рамках этой быстрой серии на первой карте заканчивается. Вот так вот. Очень быстрая и безболезненная смерть. Немногим такой шанс выпадает. Ну, статистика, думаю, ярко такая вот выраженная и кричит сама за себя. По количеству смертей у сил света, по количеству фрагов и в целом нетворсов, количеству урона у сил тьмы. Довольно достойный результат. Ну, правда, я немного другого ожидал. Я не видел команду Брестоманс очень долгое время и не мог предположить, что они так быстро пойдут ко дну. Но на то это и Best of 3 серия. Можно, наверное, проиграть первую карту, неважно в какой манере. Если вы помните, когда-то давным-давно играли ЕГЭ с Liquid, и, кажется, ЕГЭ закончили вторую карту в серии со счетом 27-0. И Liquid с легкостью в третьей отправились и дали достойный такой ответ, вынесли просто-напросто ЕГЭ вперед ногами. Бывают разные казусы. То есть и результат вот этот вот, он пока не гарантирует того, что вся серия будет под Империей. Хотя, говорю я это с трудом, но это было красиво. А теперь давайте немножечко подождем следующей карты. Думаю, раз игра была быстрой, значит и пауза будет недолгой. Так что меньше 10 минут и смотрим вторую карту. Не, мне лично никакая вера не нужна, я просто пытаюсь сохранять в людях спокойствие. Вот и все. И не делать преждевременных выводов каких-то на эмоциях. Вот будет серия доиграна, одна из команд проиграет, тогда пожалуйста. Так, некто доброжелатель с никнеймом Никитос пишет. Антон, спасибо за труды, ты молодец, развиваешься, не забываешь, а не забиваешь на это болт. Это сильно выделяет тебя на фоне прочих комментаторов. Маленькая просьба для тех, кто не знает, расскажи, как правильно читать твой никнейм. Как читать мой никнейм? Я уже много раз говорил, я надеюсь, что вот человек, который совершил этот акт дружелюбия, или милосердия скорее, слышит меня. Мой никнейм это без приписки ПД, то есть я просто 4 ливер, я читаю этот никнейм как Фоливер, вот так вот просто. У меня был на Твиче канал, так он и назывался. За то, что я комментировал матчи, так же, как делаю это сейчас, я получил 3 страйка на Твиче и получил, соответственно, пернамент бан. И для меня этот вот никнейм был потерян. К сожалению, я не знаю никого из Twitch Staff, чтобы иметь возможность, например, старый канал каким-то образом удалить, никнейм освободить и взять его на этом канале, чтобы переименовать его на Твиче. Это было бы очень приятно. После чего, недолго думая, мне в голову пришлось сделать то же самое, только с припиской ПД. ПД — это про Dota сайт, на котором, не знаю, люди играют Dota и делят своим мнением. Но вообще-то это прозвучало как-то немножечко странно. Это просто информационный такой Dota сайт, на котором все что угодно происходит помимо самой Доты. Но это занимает меньшую часть времени.
И вот так совпало, что все это слилось воедино и стало таким вот никнеймом. Я уже говорил, что будь у меня возможность, я бы, наверное, все вернул вспять. И вернул стандартный никнейм. Вот так вот. Так что, Никита, спасибо. Много раз рассказывал эту историю, мне кажется, что она довольно нудная. Ну что есть, то есть. Причем самое обидное в этой истории именно то, что очень трудно зарабатывать подписчиков, да, вот, ну, я же не занимаюсь тем, что там где-то что-то пиарю, где-то кому-то что-то пытаюсь доказать. То есть я рассчитываю на то, что я делаю, людям это по нраву, и они вот отвечают добром в ответ и тоже там подписываются, смотрят, если действительно их это устраивает. Все просто. То есть я об этом не напоминаю, я этим людей не утруждаю. Я думаю, что это работает просто банально именно по этому же методу. То есть если тебя заинтересовало, ты остаешься, ты смотришь. Нет, то... Ну, я ничего против этого не имею. То есть я на кого-то наткнулся, посмотрел разок, посмотрел другой. И, допустим, тоже смотрю на постоянной основе. Если посмотрел разок, посмотрел больше, и мне не понравилось, я себя не утруждаю. Тем более, что, если честно, у меня нестабильного качества контент получается. Бывает хорошо, все выходит, бывает нет. Да-да, поправлю. Бывает, просто встанешь с той ноги, и все просто так круто получается, ты не запинаешься, ничего не дублируешь, не повторяешь, и одна серия отличается от другой, и мне это безумно нравится. Бывает такое, что все валится из рук. Ну вот, у меня такой процент как бы неудач побольше, наверное, чем у других людей. Ну не знаю. Примерно таков у меня ответ. Вот так вот, чтобы быть честным. Да, сейчас исправлю. Своевременно я этого не сделал, и я так бывает, что какие-то вещи просто оставляю за бортом, за бортом. Сыном одобряем, твори дальше. Ну, буду стараться. Лично мне по душе то, что за долгое время какой-никакой я прогресс вижу. Сперва при попытках слушать самого себя, если честно, мне это по душе не приходилось. Но со временем все меняется в лучшую сторону. Я думаю, что это пока не конец и что будет еще лучше.
Так, секунду, да, я вот пропустил еще два сообщения. А ликвиды разорвали ЕГЭ-27.1. Но это, скорее всего, было... Короче, сейчас я, может быть, даже найду эту серию. Там была вторая карта, в которой... А, вот, ликвид ЕГЭ-27.0 даже в гугле есть. ЕГЭ обыграли ликвид со счетом 27.0 во второй карте. Может быть, там под конец был один фраг сделан, но нет, игра закончилась со счетом 27.0. Я об этой карте говорил. Может быть, были другие серии, о которых я не в курсе. А, я в курсе, как и почему, просто очень много людей не в курсе. А звать тебя, как все подливы, явно не камильфо, поэтому и спросил. Ты видишь, в этом плане тот еще дурак. Да, вот в том плане, что есть такая штука ДНЦА. И вот эти жалобы очень были популярны. Их можно было, ну, вот на основе чего угодно отправлять, и таким образом можно было выдавать страйки. Причем эти страйки очень трудно оспорить. Это потом, когда я немножечко почитал Reddit, я нашел одно интересное сообщение, которое позволило действительно эти жалобы оспаривать. И таким образом снимать их. Но при этом все равно бан занимает на канале минимум сутки. То есть вот я какую-то серию смотрю, во время нее меня банят, и я еще на сутки отправляюсь как бы в небытие. Я не могу какую-то другую игру показать. У меня даже еще один канал есть на Твиче, который типа запасным сделан был. Но в нем, слава богу, не возникает сейчас никакой необходимости. Ну и там нету никакой партнерки, ничего такого. То есть он просто есть. Так, ну уже есть вторая карта. Кот есть, но он где-то бегает, я не хочу с ним возиться. Он любит только кушать и больше ничего делать не хочет. Впрочем, как я. Так, возвращаемся к этой игре. Это Best of 3, Брестомас против Team Empire. Первая карта закончилась разгромом явным со стороны Империи Мипошкаса, явно и в седой Чапи против Нефрита, Фишмана, Last Hero, Soulbad'а. Или просто Soulbad никнейм читается. Но вот последний никнейм я немножечко не могу прочитать, потому что он полностью не влезает в экран. Снова та же стратегия от Империи, Draw Ranger на ФП, ВР на второй пик. Против все той же Виверны. В банах Некрофос, Вивер плюс Энча, Дарк Виллу, Винга плюс Спектра в банах от Империи, Акс вторым пиком от Брестоманса, это полностью дублирует первую карту. Было бы странно, если мыл посуду. Ну вот. По-любому у вас же есть коты. Они могут к вам на руки там бегать, садиться. Фурчать, мурчать, любить вас. А здесь просто туша раскинулась на полу. И все, ей плевать, что происходит вокруг. Вот так. Он не уважает людей. Он не уважает чужой сон. Будет, когда хочет, делает, что хочет. Кстати, кабель грызть тоже любитель такое делать. Пики и все то же самое. Undying появляется от Империи. Ну и правда все дублируется с точностью. Правда, не будет в этой карте Скаймага для Брестоманс. Лансера забанили, Мирана плюс Оракл также в банах. Какое-никакое разнообразие все же произойдет. Правда, кто тогда вот окажется эффективным героем для помощи Аксу? Это предстоит выяснить, пожалуй. Кот мужик. Правда, без яек. То есть он как Фидель, но не Кастро. Будет ли это ценным уроком? Ну, в плане того, что сделали ли выводы Брестоманс на фоне первой карты, смогли ли понять, что пошло не так, в чем была проблема. Я думаю, что Эмбер Спирит против ТА не слишком-то хорошей идеей выдался. Может быть, на дистанции звучит круто, но по факту на линии, понятное дело, что Наив оказался гораздо сильнее. То есть про мид можно забыть и про то, что Эмбер Спирит может помогать, если он сам первым умирает и отдает ФБ.
Еще меня ужаснула немножечко линия с Седым, который действительно хорошо отыграл, и своей коллегой с саппортом легкую линию Бристаманс. Не то чтобы там держал в терроре, в страхе. Ликан-то фармил, от Ликана тоже вроде какие-то передвижения, польза была по карте. Но это не сыграло никакой роли в самой игре. Ну, я стоял не против... Эмбер Спирит, Эмбер Спирит в легкой линии находился. Мы с ним по ходу игры вначале не сталкивались. Я против Нокера стоял, у меня как раз против него все в порядке было. Это существенная разница. Проиграть линию Эмбер Спириту, да, и тогда признать, что ты, ну вот, что я бездарь. Или, типа, нормально отстать против Нокера, что тоже не новость абсолютная, но проиграть уже по ходу игры Эмбер Спирит, потому что слишком много контроля на карте у врага, я ничего не могу поделать. Разные немножко вещи. Короче, я оправдываюсь. Здорово, здорово, здорово. И вам всем здорово. Какой счет по картам? 1-0 империя ведет. В любой непонятной ситуации. Не, ну я как раз из тех, кто готов признать свою неправоту. Более того, я подчеркиваю и делаю акцент на том, что пошло не так. Пак в сложной ли линии? Трудновато, видимо, Фениксу придется играть. Опять же, два сайленса есть. Не факт, что это все. А если это мид-пак и Nature's Profit, к примеру, для Седова? С потенциальным Оркидом и тоже возможностью контролить героев. И, может быть, даже кайтить их. Ну вот, хотелось бы посмотреть, тем более, что подобная доминация привести также может к догону на паке и к возможности через рассказ соло забирать половину героев. Может быть, по мнению самой Империи, это риск. Может быть, сейчас время настало для Шторма и Седой сядет за руль пака. Хотя не удивлюсь, если бан будет дублироваться по аналогии с первой картой, и само собой Бристаман забанит Шторма. Хотя получит ТА, но как минимум есть Феникс, но Феникс-то не будет стоять на линии вместе с мидером против ТА. Тоже заведомо глупое решение. Зачем кота? Ну это была не моя прихоть, а моей маман. Она полагала, что он будет вести себя негуманно и будет все засирать. Причем это даже было сделано без моего ведома, хотя я немного решаю, но все же. Первую карту выиграла команда Empire. Все могут писать здесь комменты? Конечно, могут. Животные разные, породы разные. Все ведут себя по-разному. Все равно не может меня покинуть вопрос, чем занимались ребята, вот, которые играют за силы света долгое время. Если выходят на поле боя и просто падают с одного нокаута. Нет, я не комментатор, я его заменяю, пока он не вернулся. Он скоро подойдет. Я просто развлекаю публику. Эмбер Спирит. То есть во всей этой стратегии поменял место только Скайма, который был заменен Фениксом. Урсу есть ли шанс увидеть? Нет, снова ТА. Ну, зачем изобретать велосипед? Не знаю, это странно выглядит очень.
Империя в своем драфте меняет одного героя на Пака вместо Пугны, и противник меняет в своем драфте одного героя вместо Скаймага, который был забанен, на Феникса. Я не знаю такого слова, которое можно было бы сейчас просто описать виденное на экране. Да, я знаю, что часто драфты начинаются просто потому, что два героя в комбинации, если их возможность есть урвать, команды этим пользуются, но фактически до Талва брать героев, причем повторно, меня больше смущает именно выбор Брестоманс, чем выбор Империи. Ну правда, вот намерения этого матча очень странные. Это слово повтор. Ладно. Чё, готов Эмбер пожрать снова на центре против ТА? Или он как-то по-другому отыграет? У него есть секрет успеха, которым он готов поделиться с нами. Сейчас мы будем его лицезреть. И снова дабла довольно такая респектабельная у Империи. Сложной линии. Так, сдайте-ка подумать. Виверна и Ликан. Ликан нам не угроза. Ну, допустим, у чела есть, я не знаю, пассивка и хп-реген. То есть его напрягать особо неохота. Но, верно, все равно реальная цель, которую можно убить. Феникс получше в плане того, что, наверное, с ним разобраться будет непросто. Представим, что минимум до третьего уровня дровка не думает о сайленсе вообще. Поэтому Fire Spirit и Karus Dive можно агрессировать. Но в отличие от того же Скаймага, который кучу урона выдавал, постоянно при этом тратя свою ману, Феникс этого также на таких же вот условиях поддерживать не может. А так, я думаю, ждать другого не стоит. Батлхангер уже был взят, и он также, наверное, макситься будет на этой линии, чтобы хоть как-то противостоять двум героям. Но это те же два героя с прошлой карты. Undying и Draw Ranger. Fire Spirit и гоняет Феникс дровку. Забирает ли сейчас Акс Баунти Руну? Нет, поднимает Мипошка. Дальше мчится забирать еще одну Баунти Руну. И 4 потенциально Баунти Руны могут остаться в команде Empire. Мипошка забирает еще одну. Также 2 подбирает Седой. Этого минус 4 Баунти Руны. Ебать. Это как? Просто приходится себя сдерживать, чтобы не смеяться. Давайте подумаем, каково это. Проиграть центральную линию с огромной вероятностью. Отдать 4 баунти руны. Дальше, зная, что у Феникса нету и Karus Dive, и только Fire Spirit, и Мипошка может за ним гнаться до Талва, и может быть даже сможет его добить. Действие Fire Spirit в конце концов закончится однажды. Какой-никакой удар он сможет нанести, дикими позакидывается. Но скорее Феникс успеет дойти до вышки, и там уже будет вне зоны досягаемости, поэтому о фраге речи не идет. Плюс, скорее всего, потянется Акс, даст Battlehanger, прогонит Undying'а. Ну, почти так и произошло. Не, кстати, смотрите, в этой карте Ember Spirit пока чувствует себя неплохо. Не знаю, что, кстати, решила вот в этой ситуации. Может быть, хороший блок. Может быть, вовремя нажатый глиф и пачка крипов подошла под вышку, где он их смог спокойно добить, и та никак помешать не могла. Может быть, некоторые выводы в плане раскачки, хотя Flame Guard, чего еще стоит ждать, и артефактов, которые есть топорик-щиток. Трудно сказать. Но в конце концов, все равно произойдет момент, когда ТА вырвется вперед. А кстати, вот если вы проживаете на территории Беларуси, вы играете на русских серверах, я так понимаю, возникает ли у вас проблем? Батлхангер, даже шанс есть фростблат сделать на мипошке. И съедает свои стики, все еще под Батлхангером. И фраг достанется Ляксу. Заканчивается действие Батлхангера, Дикемит кидается мипошка, выживает. И сам Чапи делает, кажется, ФБ, убивая Акса. Боже, что за необъяснимые ситуации. Также на ботлинии фраг сделан был Империи, удалось убить Верну. Единственное приятное, что я сейчас увидел, вот то, что Эмбер Спириту досталось руна регена. Хоть какой-то плюс. Прошло в игре 2 минуты. 4 баунти руны, 2 фрага, один из них First Blood, соответственно. И как результат, 2000 золота на столь ранней стадии. Ликан в этот раз умер на бот-линии. Хочется, знаете, сейчас просто взять, остановиться, включить камеру и вот своим таким лицом в недоумении посмотреть
посмотреть, попытаться вам в глаза и тем самым дав вам понять, что я просто не понимаю, что происходит. Может быть, сейчас все это в плане темпа роста остановится? Четвертый уровень Ember Spirit, а у тебя тоже четвертый. Тем не менее, 19 на 4, 15-2. И, скорее всего, этот крип тоже ТА будет добит, Эмбер его не получит. Не знаю, было ли это на руку, то, что был убит Undying, и получается, линию он покинул. Хотя, стоп, был. Он, скорее всего, просто линию покидал. Я к тому, что это время Чапи стоял один, он убил Акса, и после этого пачку крипов получил он уже третьего Undying, до сих пор первого. Да, и курица была убита. Эмбер Спирит хочет ботл получить, но как это сделать, если курьер недоступен? Будет ли очередной трай убить одного из героев? Верно, тратит Сплинтер Бласт. Есть ли Cold Embrace? Вообще нет. То есть данная способность пока мертва. Но это нормально, потому что вы стоите на двух, точнее против двух героев, у которых есть магические нюки. Эмбер Спирит умирает. Это было очень просто. Хотелось бы понять, как вообще отбирались команды, которые вот занимаются латы на этом турнире. Я видел там много ноунеймов, правда. Ну вот Battle Hunger, Феникс принесло это плоды, заработан был фраг, с Чапи поделать ничего не смогут, Мипошка возвращается обратно, дальше можно гнать самого Акса, у Акса есть тики, Чапи очень медленный, и скорее всего Акс отсюда сможет убраться. Чего ждать от Вэр под хостой? Шанс Виверну, ну не то чтобы убить, но потрепать скорее всего. На топе противостояние Чапи, который выживает. В такие моменты я и правда жалею, что, ну вот знаете, игры смотрю порой без камеры, потому что я в недоумении, у меня сейчас... Язык жестов, честно говоря, сказать бы мог все абсолютно за меня, я бы мог даже без слов обойтись. Просто я же сохраняю себя держать в рамках, я не говорю там каких-то гадких вещей, не кричу, хотя стоило бы здесь. Что с нетворсами? Первое место у ТА. Эмбер отстает на 1000+. То есть... Ситуация та же, что и в прошлой карте. У Пака вторая строчка, у Дроу третья, у четвертая, саппорт, ВР. Преимущество уже 4 куска. Это уже шестая минута, тем не менее. У Седова четвертый. У его коллеги саппорта тоже четвертый. Fire Spirit и Icarus Dive, Ember Spirit, Fistay, Flame Guard, два чины, Axe. Battle Hunger, вторая пассивная способность, Виверна. Без Cold Embrace и Ликан уровень 4 собирает доминатор. То есть ничего не меняется, хотя, наверное, и не должно. Пака Аквила ПТ. Аквила ПТ ЛТА. Просто не знаю, как... Как мне сейчас себя вести и что мне пытаться делать вот в такой игре, которую одна команда почастую вывозит полностью на нежелании врага одерживать победу. Ничего не поменялось, абсолютно подход никак не поменялся. Забаненного героя просто попытались заменить чем-то похожим. То же самое можно сказать и про Империю, но Империя это результатов добилась. Феникс ищет андайнга, но не найдет. Даже несмотря на то, что вард поставлен был. И Пошка в деревьях скрылся и улетел. Да, это точно вторая карта. Это точно та команда, которая играла в первой карте. Заметно как бы по перформансу абсолютно. Только в этой карте еще быстрее темп просто назревает у Империи. Девятый уровень УТА, седьмая минута на топе. Чапи попытка убить, если агро Акса под сайленсом использовать его не мог. И помог. Помог этот самый сайленс Чапи скрыться от правосудия.
Хотел бы представить, как они сейчас себя ведут там в ВС-чате, где бы они ни были, и как они обсуждают ситуацию текущую. Кто играет против нас? Андаинга бы убить, но тут Верс отличной связкой, Поваршо там стики свои съедает, Виверна, сейчас бы через псиблейды пробить и, может быть, убить одного из героев, наверное, уже далековато. Феникс тем временем пытается разобраться с Вер, Вер делает тэп-аут и, скорее всего, удастся улететь на фонтан. Фрагов пока сделано не было, но есть шанс у Эмберспирита убить Мипошку, если не поможет, а подъезжает Рефракшн, Сплинтербласт, на него плевать, хотя Рефракшн падает за счет Флеймгварда, и Эмберспирит действительно получает фраг второй для своей команды. Может быть, в этой ситуации каждый фраг, полученный Бристоманс, будет приносить огромные результаты и денежные вознаграждения, что хоть как-то позволит вот эти темпы роста прекратить. Но не похоже. 4000 опыта, 6000 золота. Пака 6, то есть... На бот-линии даже Ликан 6 получив с Виверной, или, наверное, с еще любым одним другим героем, не может здесь поделать ничего. У Пака есть Арба, у Вэр есть Виндран. Причем, на самом деле, с ресурсами, которыми обладают Империя на бот-линии, вот эти два героя вполне могли бы сейчас сами пробовать фраг совершить. Ликан отсюда улетает, улетает на левую часть карты, фармит там на двух спавнах. Причем там стоит у Империи обсервер, и прекрасно видно, куда Ликан делся. Эта линия получается под контролем Империи, они могут попробовать снести вышку на текущий момент, это им по шансам и под силу. Ну и также огромный пак эншентов, вот здесь отводами, правда, никто не занимался. Ну вот об этом я и говорил. То есть Ликана здесь нет, известно было, где он. Верно, осталась одна. У Империи здесь стоял вард, информация о местоположении героя была. Сейчас они линию толкнут, крипов заберут и вышку, скорее всего, тоже снесут. И пытается напасть на Эмберспирита, вряд ли получится убить его прямо сейчас. Но каково ему самому осознавать, что у героя противника темпы фарма просто настолько баснословные, что ему это пока не светит. Даже сейчас, наверное, будет Centric с D9. Хотя, стоп. Какой в этом смысл? Сейчас единственный вариант — это просто толпой собраться в пятером, как в пабе иногда, и надеяться на то, что Империя будет не поддерживать такой же стратегии и просто численным преимуществом пользоваться на Феникса. Попытка напасть, алтарь потрачен был, при этом Вэр фраг под фокусфайром делает, смогут ли ей отомстить. Эмбер, по-моему, потратил фисты. Нет, не потратил. Чайны есть, Виндран после. Дальше Эклшот, попытка сделать тэп-аут, так далеко не успеет. И с носом остаются Бристоманс. 1500 у Пака. Скорее всего, это будет дагер. Первый Метриухаммер. И второй летит уже дезолятор. В этой карте еще быстрее появляется. То есть там было что-то около 11 минуты с секундами. Здесь до 11 минуты появляется. Ну все, собираемся толпой, бьем. Бьем вышки, забираем Рошана. Делаем все то же самое, что делали в первой карте. Мне даже добавлять ничего не надо. Хотя слышу звук шейпшифта. Сейчас шанс будет напасть на та. Есть чины. Флеймгвард очень быстро позволит снять рефракшн. Но точка с молода позволила отогнать Эмбера. Так или иначе, Ликан с Фениксом справились. И фраг заработан был. Это третий фраг для Бристоманса. Причем была убита та стопом торсом на карте. На ботлине также шанс есть. Но для Империи забрать Акса. И, несомненно, убить. Точнее, снести вышку. Вроде бы вот мы трое, вот мы убиваем та, но после этого мы теряем сами игрока, мы теряем вышку после. И теряем, соответственно, больше золота. Удастся ли сейчас на центре героев отогнать? Да, перетяжка Чапи позволяет. Возможно, Эмбер... сказал, что просто сам плохо сыграл, что повторно, если ему дадут такой шанс, он постарается ситуацию исправить. Но, как видим, получилось не слишком успешно. Но это к вопросу о том, почему решили взять Эмберспирита повторно. Вот так. На ботлине Т1 нет. На центре, на топе есть еще вышки. Про Бристоманс речь. Ну и сама Империя тоже один тавр пока только потеряла. Вэр саппорт. Цель дагер плюс мейлшторм. У Та дезолятор, после чего появится скоро дагер. У Пака есть уже дагер. Также будет приобретаться Йоу.
И Форстав первым делом покупает Чапи. Эмбер ПТ, Ботл Стики, Феникс Транквилы собирает Дискорд. У Акса будет ВГ. Хотя, возможно, и не будет. И он все свои деньги сейчас начнет скапливать на Даггер. Виверны пятый, только Стики. Ну и Ликан с Доминатором ботинком. И обычно меня посещает вот такая идея или даже фраза, почему команда не собирается вместе и просто впятером не идет и не давит. Но здесь тоже ответ я могу сам себе дать. То есть, собрав всю команду впятером, есть действительно реальная угроза драку проиграть. А так вы, я не знаю, по винтику разбираете механизм, просто из строя его выводите. Скорее всего, это более гуманный подход к игре. Потому что при подобной попытке, появись сейчас у Акса Даггер, это бы, правда, позволило отбить атаку и, возможно, даже заработать денег. Правда, на центре попытка Эмбера убить, которая увенчалась успешно. С Фениксом вряд ли это получится, у него, наверное, есть яйцо, а у него нет маны. Сейчас этим могут воспользоваться импары, поймать Феникса. Они же, наверное, видели, что маны у него нет. Там, видимо, Рошана предложение убить. А дальше, на самом деле, ничего интересного нет сегодня, во всяком случае. Параллельно, правда, Акацуки играют. Можно будет краешком глаза посмотреть, что у них происходит. Ну и есть, конечно, супер микро шанс о том, что будет и сегодня финальная игра между, допустим, победителем пары Empire и Акацуки. Если они, конечно, оба одержат победы, по крайней мере, Империя уже с этим справилась. Но я не знаю наверняка. Сейчас я гляну. Я не думаю, что я сейчас что-то упущу. Так, давайте посмотрим. Да, действительно, сегодня есть шанс увидеть, как Империя будет играть против Акацуки клана. Тем временем драка, Винтерс Кёрс, атака здесь Дрим Койл, плюс Сайленс выдает седой по двоим, верно, больше мощи, чем не может. Есть связка от ВР, есть помощь от Наива, первый фраг, второй фраг также был заработан на Фениксе. Суммарно три игрока Бреста Ванс Таверни, лоу хп Акс, которого тоже нужно, наверное, постараться догнать и убить, хотя... Плевать на это Империи, у них есть шанс забрать Т1, Т2. Ну вот не слишком сильно они к этому стремятся. $14,000 золота. 10 плюс опта. Хотя это странно. Как думаете, будет ли уместно извиниться за уровень игры команды Брестаманца за то, что сейчас я вместе с ней отнимаю ваше время? Я не знаю. Поймали андайнга, Мипошка подвергается просто долету. Кулингблейд, фрагля, Акса. Но пока умирает один саппорт, точнее за ним охотится вся вражеская команда, остальные коры Империи продолжают фармить и обрастать новыми слотами. Поэтому ничем абсолютно это Брестаманц не порадует. Вы меня прощаете, ну ладно. Я благодарен за это. То есть, ну и вы поймите, что мне очень трудно такую игру действительно с интересом освещать. Я просто вижу, как команда А бьет ногами команду Б. Это как просто заведомо более слабого человека бить, я не знаю, глумиться над ним, издеваться. Шанс есть, кстати, ВР убить, которая крипами зажата была. Да, фиаско самое, что ни на есть. Чапи есть форстав, который позволяет ему скрыться на ХГ. Ну что ж, еще одного игрока и, соответственно, саппорта теряет Империя. $15,000
15 тысяч преимущества. Что сделать можно? Ну, не знаю, Рошана убить, например, попробовать. Только что Ликан тратил свою форму. Да, он сейчас не особо способен драться. У Акса нету даггера, поэтому инициировать он не способен. Кто этим заняться может? Несомненно, Эмбер, несомненно, Феникс, и верно, впрочем, тоже до Рашпита дотянуться может. Ей только Вижен нужен, чтобы Винтерский раздать и позволить своим, таким образом своей команде дотянуться до Рашпита и нормальное что-то сделать, совершить. Да. Генеральная репетиция перед International. Ну что ж, главное с оптимизмом смотреть на результаты будущие. Подумаешь, неудачи. Так, попытка очередная должна быть успешно проведена. Хотя пучкуются игроки Бристоманс рядом. На ХГ поставлена была тамба, чтобы, не дай бог, сюда никто не подошел, не дай бог, не залетел. Хотя по-прежнему у Акса нету даггера, да известно его местоположение. Рошан уже был убит, и Наив поднимает Аегис. У самого Наива после даггера дизлятора что появилось? Блэкинг бар есть у Темплар Ассасина. Седой также Акса находит после его сайленс, ему скорее всего даст. Повершот после, точка смелда плюс арбак. Он умрейс под сейв сейчас от Виверны. Сама Верна пока непонятно, что планирует делать, будет ли это Интерскерс. Дримкойл от пака по троим, седой ловит Баттлхангер, Теа убивает вас с двух ударов, но после этого ставится яйцо, удастся ли яйцо это разбить, и действительно подрубается БКБ, два фрага сделаны были в ответ Империи, также еще один фраг достается Наиву, умирает Виверна. Теряем пака, забираем троих, плюс под сайленсом умирает Эмбер Спирит и добивает его так же, Наив забирает два фрага. Четыре героя в таверне, только два из них имеют байбеки. Нет, уже три, Феникса тоже появился, при этом теряется Т2 на центре и заход к хайграунду, прожимается глиф. Как же неохота тратить байбек, тем более, что мы появимся через 10 секунд буквально. Падает Т3. Можно, конечно, ждать того, что Т3 будет снесена, и после этого команда отойдет, учитывая потраченное БКБ. Но каждую свою секунду хотят на ХГ провести с пользой. Empire байбек, прыжок Акса, Агр, Баттлхангер только по чапе. Дальше шейпшифт, Ликан ставит стамба в ответ. Сайленс также, точка смелда. Очень больно Ликану, подъезжает Эмер, помогает пистами, плюс чинами держит на месте Наива. Наива есть Эгис, напомню, Кулинблейд от Акса есть фраг, но это Эгис. Повторно ли удастся убить флеймгвар, чины после, прыжок Акса, агр в ответ, гаст не самый удачный, повершот после, Наиву стоило бы отойти. Он под Баттлхангером. Появляется рефракшн, помогает соулрипом, андайнг. Ну, Империя свои силы оттягивает. Или убивает буквально с одного удара Эмбер Спирита, да. 45 секунд, наверное, байбека нет. За это время, возможно, успел откатиться БКБ, абсолютно верно, успела. Пика на чапе, два таланта, атрибута, скорость атаки, у Пака, йоу, даггер, талантов нет. У ТА скорость атаки, урон, псионик, трэп, рефракшн, развеивает отрицательные эффекты. Мейлшторм на ВР и Андайн, у которого ничего нету. Ну, тут все как всегда. Доминатор, Тереник, Экономикон, Ликан, талант на урон, у Виверны. Девятый, ничего нету. Акс, даггер плюс Вангвард, Эмбер Спирит, Мейлшторм, Боттл, ПТ, Стики, Феникс, Дискорд приобрел. Талант на золото. Все это никак не отрицает того, что Империя ведет огромную сумму денег. Это 20 плюс тысяч. По опыту тоже около двадцатки. И уже успели снести Т3. Да, вроде будем считать, Айгис реализовали. Здесь же смоук от Бристоманса. Мипошка первым находит парочку героев. При этом Акс успевает заагрить и попытается убить Чапи. Чапи жмет БКБшку, вешает сайленс. Дальше ставится тамба, подрубается ультимейт. Причем Мипошка пытается разбить яйцо вместе с Паком. Сделать это удается. Первый фраг для Эмпайра. Дальше Акс потратил агр, пытается уйти. Ему этого не позволяет сделать. И также теряет Ликана. Бристоманс того теряет троих. Этот смоук обернулся против них абсолютно полностью. Провальная попытка и три смерти, соответственно. Ну и старается Наив поддерживать темп. И неужели уже успел купить оркит? Я видел обливен став. Нет, еще не успел, но, кажется, несет себе его в курьере. Справился даже без этого. Дальше связка. Винтерскерс потрачен был ради того, чтобы жизнь себе спасти. Хватит ли этого или все же нет? Дримкойл от пака. Однозначно это будет фрагом седой. Сорбы забирает его себе. Думаю, что за последние буквально минуты Империя суммарно сделала тимвайп.
Я продолжаю удивляться стойкости и нежеланию признавать поражение в этой игре. Эмбера все еще нет, байбека нет. Верно, байбек свой потратила. Империя пытается снести топ. Круг почет от Феникса. Какие-то грачи за окном, не знаю. Кого-то клевут. Клюют. Агр Акса. Пика после. Чапи будет жить. Дальше рефракшн. ТА под БКБ забегает на ХГ. Правда, больновато от Ликана. Правда, связка есть также отличнейшая. Повершот после. Эти мини-героя добивает наив. И отсюда убегает. У Ликана байбек есть, но не будет формы. Дальше Агр поймали, пытаются убить Пака. Минус седой. Байбек есть. Тратить его при этом необходимости особой нету. Да, это все грачи, они виноваты. Сколько призовой фонд, сейчас гляну. Здесь, по-моему, 1006. Суммарный призовой 5000 евро, что равно 5800, точнее, 878 долларам. За первое место 3500 евро, за второе 1000, за третье 250. Вот такие вот суммы. Можно чекнуть ранги. Я уже на самом деле ранги показывал, но... Шестьдесят четвертый. Сорок седьмой. Здесь не ясно. 198. 102. 109. Обновляются прямо в режиме реального времени. Ну смотрите, в теории я могу показать еще одну игру, где будет играть Империя Акацуки, если они сейчас выиграют серию. Только вот они для начала должны для этого доиграть свою серию. Скорее всего, будет пауза сейчас небольшая, в районе часа, может быть, меньше. В зависимости от того, какой счет в той серии и как долго им еще играть. Но мне, правда, с трудом, вот... наверное, дастся просмотр после увиденного в этой игре, в этой серии. Не, со звуком случайно вышло. Речь, конечно, была не о грачах, скорее всего, а о воронах, которые за окном почему-то бандой собрались. Я не знаю, было ли это слышно. Возможно, было даже отчетливо слышно. Я хотел, чтобы
у меня появилась возможность пойти окно закрыть, но как раз состоялась финальная драка. И все очень быстро закончилось. Вот так вот. Так что я могу вам предложить такой вариант. Примерно где-то минут через 40, может быть около того, будет еще одна серия с участием Империи, где будут играть, возможно, если выиграют, Акацуки клан. Санейка, Кристал Айс, Генерал, вот такие вот парни. Акацуки, скорее всего, сыграли только одну карту. Вряд ли это была победа в серии, потому что они только вот недавно начали. Хотя, если у них победа с счетом 2-0, то я не против. Но, скорее всего, это только одна карта. Дело в том, что я не вижу ни на каких беттинговых сайтах вот сейчас конкретно этой игры, чтобы посмотреть результат. И как-то вот сойтись на результате. Я просто, если честно, не фанат смотреть игры, которые уже, ну, в которых уже была сыграна одна из карт. Так что давайте я вернусь, когда сейчас Акацуки доиграют, и когда они в случае победы будут играть с Империей, тогда я снова появлюсь. Я не буду вам давать точных рамок, потому что это может быть час, потому что одна карта будет или около полутора, если будет две, скорее всего, даже больше. По самым таким неоптимистичным прогнозам, эта серия начнется где-то через часа полтора, то есть около полдесятого вечера. Если кто-то изъявит желание посмотреть, то я не против. Счет надо было поменять. Дальше, где-то через полтора часа по плану, я рассчитываю на серию Empire Akatsuki. Кто подписан на группу ВК, я напишу там, когда начнется игра. Ну или вы сами поймете, когда будут оповещения на Твиче или на Ютубе. Я пока, наверное, время свое потрачу, чтобы пойти перекусить. И на этом скоро встретимся снова. Кому я еще сегодня не успел, надо есть. Не думаю, что буду в доту играть сам сегодня. Я думаю, что я посмотрю вот эту вот серию. По ее окончанию я пойду, наверное, прилягу спать. И, может быть, ранним утром, в зависимости от того, когда проснусь, побалуюсь немного. Чтобы людей количество минимальное беспокоить. Пока мои планы звучат вот так. А где можно посмотреть, как Crystal Ice играет своей командой? Я думаю, что это только на Твиче вариация. На Ютубе я не знаю. Попытайтесь просто поискать.
То есть название Акацуки против Burden United. Может быть, что-нибудь подобное есть. В любом случае, вернусь где-то через часик плюс, вот, плюс-минус полчаса.